Октябрьский район отмечает свой юбилей. За 95 лет существования один из самых старинных районов города накопил большую историю. Именно с него начался Новосибирск. Здесь впервые проложили мост через реку Обь, построили первую школу и библиотеку. Со временем этот район превратился в молодежный центр города. Второй день продолжается чествование Октябрьского района. На Михайловской набережной более 800 спортсменов-любителей вышли на старт 40-й районной легкоатлетической эстафеты памяти Бориса Богаткова. Давай! Давай! Дистанции все. Первый этап, допустим, второй, третий, они все разные этапы. Да? Первый этап самый длинный, он у детей 500 метров, у взрослых всех остальных 950 метров. Да? А дальше идут и 250 метров, и 400 этапы есть, и 600 метров. Это эстафета, 15 этапов. Тут можно по-разному. Может кто-то сначала слабых выставить, потом сильных выставить, а может наоборот. Ну, знаете, для ребенка он попал за школу, это может он раз в жизни попадет, но это здорово же, да, что он один из лучших, который выступает за честь школы. Идет острая борьба! Второе место. Очень рада. Самая первая дистанция 460 метров, да, очень сложная. Отставали очень сильно, а там уже догнали. И вырвались вперед, и здесь пришли первыми. Какие секреты успеха удалось? Много тренировок, командный дух, вера в победу. Боремся! Молодцы, красавцы, давайте! Дистанция несложная, но все равно адреналин был, но устал под конец. Был большой отрыв, получается, и от нас оторвались. Второе место тоже хорошо, я счастлив. Сильнейшие команды будут защищать честь района на легкоатлетической эстафете, посвященной Александру Покрышкину, которая состоится 9 мая на Красном проспекте.